Зена в первом вольере у нас. Это бетонные вольеры на пляже. Это Царь. И Лиза с ним во втором вольере. Это вот та лица, в которой вот тех четверо. Это четверо деток от Ричарда, вольере, да, так. Вот они там в первом вольере с той стороны. Подросточки, ну, да, там, да, да, да. Понятно. Это цирковая жарко. Девочка, жарко, Зена. Видишь, ей как жарко. Жарко, мам, всем жарко. А вода у них есть? Да нет, вон в поилке есть. Так, я загляну. Где поилка? Вон висит. Есть там вода, да? Есть, да. Есть и вода, есть. Иди попей водичку. Жарко, прям так дышишь. Угу. Нам тоже жарко. Думаю, что по тебе жарко. И твой жарко. Лиза, Лиза тоже, видишь. Угу. А Царь так спокойненько сидит. Полудрема, полудрема. Царь, да. Полудрема. Ничего себе, то есть это у них наказание? А также здесь вот, у нас вот редкие виды белых львов. Ой, правда, ленивые, как мы. А кормить их когда можно? Потом, потом. Их можно кормить, когда хотите. Если у нас мясо с собой есть. Да. Почему? А это через эти кидают, да? Вот сюда. Угу. О, какие красивые.